Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня попросили отдельным видео снять художественную выставку. Ну что ж, отправляемся с вами в культурный центр. Это наша учительница финского языка. Ее хобби – это рисование картин маслом. И сейчас она открыла свою выставку картин. Картины она рисовала на протяжении долгого времени. Есть картины этого года, прошлого, есть картины 2009 года. Своих учеников она пригласила на открытие выставки и был небольшой фуршет. Она очень любит детей, поэтому на многих картинах у нее изображены дети. И сами картины очень красивые, и некоторые есть необычной формы и необычного окраса. Выставка нам всем очень понравилась, и мы написали положительные отзывы. А вам спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь. Со мной всегда будет интересно.